Очень рад вас всех видеть. Дорогие дети, ваши лица и веселые, и лучистые, и очень такие, знаете, естественно, испытательные, что будет. Ну и, конечно, благодарю всех взрослых. Скажу так, если кто-то мою предыдущую, лекцию еще не слушал, я, может быть, решился вас попросить в Ютубе, Елена Владимировна вам это поможет, тоже послушать, потому что я сегодня хочу немножко поговорить по-другому. И сразу скажу, и потому что другая аудитория, а знаете еще почему? Я хочу внести аргумент в некоторые свои соображения по поводу чтения с листа. А одно из этих соображений, что есть великое счастье каждый раз музицировать. То есть каждый раз испытывать определенные эмоциональные состояния и делать не так, как уже выучил и навсегда, а очень часто поддаваясь артистической свободе, артистическому, если хотите, вдохновению. Поэтому я сегодня решил вот этот еще камушек, так сказать, подкрепить и поговорить немножко с другого бога об этом. Давайте поразмышляем, что такое чтение с листа. Представьте себе, если бы лекция была «Чтение книг». Так? Я думаю, что многие были ошарашены, что он хочет этим сказать, «Чтение книг». Это по-моему, совершенно понятно. А что такое «Чтение книг»? Это обогащение и получение невероятного эмоционального, правда, заряда. В самом разном. Будь то трагедия или комедия, но эстетический заряд, увлеченность, переживания, то есть это целый мир, который, может быть, потом войдет в вашу жизнь, и вы всегда будете помнить этот мир и с ним как-то тоже вести диалог о том, как идет ваша жизнь, какой был мир у этих героев. Это все понятно. А вкладываем ли мы это в чтение с листа? Представьте себе, что достаточно много музыкантов это не вкладывают. Если, например, я сказал, давайте так, мы читаем книгу, но пока какие эмоции? Мы пока... Знаете что? Мы изучаем материал. Представьте себе работу над сочинением каким-то новым. Мы просто разбираем материал. Мы делаем разбор, да? То есть учебно-прикладная вещь. Но разве я могу вам посоветовать? Вы возьмите книгу и учитесь читать и делайте учебно-прикладной разбор. Вы же сразу будете получать эмоции, правильно, да? Да, вам книга может быть более по душе, менее по душе, но у вас сразу вкладывается... То есть идет уже ваш отклик, правильно, да? Но многие считают, что нет, зачем, не надо спешить, мы же пока только разбираем. И поэтому для них звучит, что такое чтение с листа? Это учебно-прикладное упражнение для того, чтобы в следующий раз все быстрее и быстрее, чисто технически, в плане какие ноты, ритм, то все, охватывать материал. Разрешите, я сегодня, среди прочего, буду полемизировать и с этим. Мнение. Но я взял это мнение как на одном фланге. Как мы не против, да ради Бога, кто умеет хорошо читать, да на славу. Но, будем говорить, мой оппонент в этом смысле, он говорит так. Позвольте, вы можете доказать, что все выдающиеся музыканты, исполнители, они именно блестяще читали с листа. И я вам честно скажу, никак не могу доказать. И это точно. Более того, я сегодня вам могу привести пример, что, например, величайший композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов не блестяще читал с листа. А хотите, я приведу аргумент, очень наверняка. Я читал, что у него были все романсы Метнера. У Метнера к концу жизни появился, слава Богу, замечательный друг-меценат, и он опубликовал все свои сочинения. 106 романсов. И Сергей Васильевич так трепетно относился к этой музыке, там было бы что-то играть, что он аппликатуру ставит, аппликатуру романса. А хотите, теперь я вам скажу, кто читает блестяще с листа и делает это всю жизнь, у него думают пальцы, ему аппликатуру не надо ставить. Но, может быть, в каком-то исключительном случае. И объясню потом, почему. Что мне говорит мой оппонент? Я люблю музыку, я ей предан, я отдаю все свои лучшие силы, и я очень честно служу своему искусству. И если я слушаю музыку, хожу на концерты, хожу на интересные для меня лекции и сам самоотверженно занимаюсь, то я считаю, что я достигну максимально того, что я могу по своему дарованию и по всем, как говорят, привнесенным обстоятельствам.
А я немножко смотрю на это со скепсисом. Сейчас объясню, почему. И обязательно сейчас вам скажу. Но вначале я скажу, а какой крайний диапазон мнений. Вы очень удивитесь. Сейчас не могу вспомнить, сколько лет тому назад. Примерно 15, может быть, чуть меньше 15 лет назад. Представьте себе, Московская филармония, ну, зал Чайковского, обсуждала вопрос, не буду даже говорить, с чьей подачи и все, а не вставить им такую форму чтения с листа, как музыкальное шоу, и пригласить меня, чтобы были даже концерты. Вы понимаете? То есть люди могли приносить любые ноты, вот так было бы задумано, а категорически, которые говорят, что я где-то взял, ну, в каких-то потайных вообще ящиках, складах, вот они немецкие 30-х годов, там немецкие 40-х годов, которые там, вот они есть. И вот, пожалуйста, как будет звучать эта музыка? Дело в том, что мы всегда должны проводить параллели с искусством, значит, музыка, живопись, музыка, литература. Давайте скажем, что такое чтение книг. Это в основном чтение тех, кто уже научился вообще читать, правда? И чтение не вслух, а про себя, как большая часть. Хотя, конечно, кто-то может сказать, что кто-то очень любит читать вслух, но я скажу, ну да, если артист, и он уже читает, и он этот текст, так сказать, входит, безусловно. Когда мы говорим о музыкантах, конечно, мы подразумеваем чтение с листа вслух, правильно? Потому что мы играем, у нас звучат звуки. И мы в эти звуки, безусловно, вкладываем свои первые эмоции от того, как перед нами разворачивается драматургия музыкального сочинения. Вот мы читаем, у нас начинает разворачиваться драматургия литературного сочинения. А вот представьте, мы еще ничего об этом сочинении не знаем. Мы еще не можем сформировать свое мнение, вот кто этот герой. То это героиня, да? И у нас все время ощущение ля-прим, как говорят художники. А ля-прим – это значит в течение полутора часов сделать зарисовку, особенно наблюдение. И эта зарисовка должна обязательно иметь уже такие экспрессивные моменты, которые ты лично увидел и почувствовал. Вот, предположим, например. Да? А представьте себе наше ощущение, когда мы начинаем играть ту музыку, которую мы еще не слышали, не знаем. С одной стороны, кто-то скажет на ощупь, а с другой стороны, что происходит в нашей вот здесь голове? У нас начинают возгораться огоньки. Вот здесь это уже на что-то похоже, что мы играли. Неважно, как это мы назовем. Неоклассика, романтизм, модернизм, неважно. Но что-то уже похоже, и нам кажется, что мы уже что-то в этом плане знаем. Вот здесь очень сложно. Но мы начинаем вспоминать, что кто-то говорил, что есть очень сложная музыка, какого рода, и мы предполагаем, вот, предположим, это вот такая музыка. А вот теперь представьте, что иногда происходит следующее. Мы вообще не понимаем, как к этой музыке относиться. Когда я вел такой предмет чтения с листа в Ипполитовском вузе, у меня были моменты, вы знаете, просто резкого недоумения. Садиться за инструмент уже лауреат международных конкурсов. Уже молодая женщина, которая добилась уже, ну, как вы понимаете, немалого результата. И я ей предлагаю просто посмотреть новую музыку. Я ставлю вот ноту. Вы понимаете? Она вообще не понимает, что это музыка. Она вообще не понимает, как к ней подойти. Она не понимает, никакой штрих она бы хотела. Никакой оттенок она хотела. Причем даже в музыке может стоять название, и название ничего. А она просто обескуражена совершенно. Ей эта музыка вообще ни о чем не говорит. И вот я тогда подумал, что ведь в чем заключается багаж музыканта? Ну, конечно, уже в музыкальном интеллекте. Правильно? Уже, конечно, в музыкальном интеллекте. А как этот музыкальный интеллект приобретать? Его, конечно, можно приобретать, как говорят, эмпирическим путем. То есть слушать, играть. И обязательно играть. А вот теперь я хочу сказать, почему обязательно играть. Но для этого я начну с факта моей биографии. Как я начал
заниматься чтением Христа. Абсолютно, ну, что называется, вот спонтанно. Не раньше, по-моему, 6 лет, это самое раннее, 6,5, у меня появился педагог по фортепиано, и я даже не помню ни лица, но, по-моему, скорее женщина, понимаете, насколько это для меня было. Но музыку я уже в этот момент просто обожал, потому что ходил с мамой на концерты, был в восторге от лекций Светланы Виноградовой. Я приходил домой, у меня была эйфория. Я хотел сразу что-то писать. Вот я научился нотам. То есть почему-то странным образом меня не тянуло учить вот то, что мне задавали, а меня тянуло сразу выступать. Понимаете, вот это мысль. Потом с трудом меня отец устроил, просто честно по блату, у него, так сказать, были серьезные награды, потому что у меня оказался ужасный слух, но все-таки меня в музыкальную школу зачислили. Поразительным образом, через год у меня уже был абсолютный слух, у меня даже показывали на каком-то теоретическом симпозиуме, как-то так вдруг. Но если вы спросите, а как я относился к музыкальным занятиям, неплохо, но меня это не интересовало. Примерно до 5 класса, а может быть даже где-то до 6, и мысли не было, что я буду пианистом или вообще буду. Но при этом я занимался, наверное, больше практически всех. Ну, я не беру там цемшовцев, которые, конечно, вы понимаете, это у них самое начало, направление исполнительское берет вверх. Я занимался фактически музыкой, а что я делал? Я давал концерт. Как я давал концерт? Вот представьте, ноты в доме были. Очень серьезные ноты. Сотворение мира Гайдна. Ну, правда, в клавире я, потом я научился читать партитуру, играл сходу. Давайте так скажем. Сонаты Бетховена, Аида Верди. Ноты знал, но мне очень хотелось исполнять и давать концерт. Я слышал о разных артистах, что в детстве у них было, вот я выступаю, они гордо называли, да, они все, ночью вставали там на стол, они выступали. Вот у меня было такое стремление выступать. Вы спросите, а для кого я выступал? Хороший вопрос, потому что у меня ни братьев, ни сестер, и насколько я помню, только вот где-то бабушка, ну, обычно с заботой о житейском, так сказать, на кухне. Но я скажу, у меня было для кого выступать. Я родился жил вначале, 10 лет, в полуподвальном помещении. Метро Бауманское, прямо напротив трамвайной остановки. Значит, представьте, полуподвальное помещение, трамвайная остановка, вот уже обычно апрель, а то бывает март, ну уже все лето, где-то осень, окошко открыто. Многие ждут трамвай. Курит, еще что-то, а тут сидит Карапуз, ну практически вот, и он все время играет, ну конечно, какой-то интерес есть. Потом, правда, пришел трамвай, но уже не до него, окурки высылаются на приветы, так сказать, вот, и бегут на трамвай. А потом я стал смотреть, проходят, уже когда мне было 7 лет, естественно, пошел в школу, уже мои одноклассники, и они еще с большим интересом смотрят. А тут еще девочки с невероятно красивыми вот самыми косичками все тоже заглядывают, о, это наш. Вот в этом была моя слава. Но я концерты давал от всей души. То есть, во-первых, я понимал по времени, что такое концерт. Ну, не меньше, чем 40 минут, 45 первое отделение. Потом я делал отдых именно потому, что это полагается, это антракт. Потом я играл второе отделение. Программу я сам себе. Мне было все равно. Но вы понимаете, что мне было не все равно. Да, я мог дать один концерт, потом через некоторое время второй концерт. Вот у меня такое расписание. То есть практически я давал 2, а если это каникулы, 3 концерта в день, и это было мое счастье. А вот теперь представьте, как я должен был играть, если я имею в виду слушателей. Вот смотрите, вы занимаетесь дома, и вы очень серьезно, настоящего, ну, даже скажу такое слово, фанатка музыки, фанатка своего дела. Вы, конечно, когда-то очень медленно все проходите, когда-то чуть побыстрее, но вы очень часто учите по кусочкам, согласитесь, да? Вы, может быть, даже пробуете, там, аппликатура такая, все. Но, друзья, если я так буду играть, то на меня внимание. Ну, еще совсем не умеют, правильно я скажу? Да, вот он повторяет, тут он смазал, видно, еще повторяет. Нет, для меня первый
азбучный был закон, не останавливается. То есть у меня помарок нет. Я играю все как бы, вы понимаете? Второе, я играю вдохновенно. Вот это совершенно обязательно, я играю вдохновенно. Потому что если я играю не вдохновенно, ну, я вообще считал, что это не музыка, это вообще... Вот. То есть я даже позволял себе какие-то вот экзальтированные там, движения. Там, потом я бывал на концерте разных музыкантов, и мне очень нравились разные манеры. И, конечно, бегающие глаза. Потому что что такое читательство? Глаз должен быть все время, как лучше уже на такт, точно, вперед от пальцев. Пальцы играют одно, а глаз уже на такт вперед. Но если размер 3 восьмых, то есть, ну уж, это уж будет, там даже и 2 такта может быть вперед. Ты должен уже успевать где-то гармонию. То есть у меня получилось парадоксально. Если бы кого-то спросили в музыкальной школе, ну вот у вас учится такой вот этот черненький мальчик, так вот это самое все, вот, ну так о музыке, вот это все, говорит, а как он играет? Ой, никак. Еле-еле там, вот, чтобы вот, по своей программе, так, это все было четко. Да, хороший мальчик. Ну, нет, это совсем не интересно. А если бы меня спросили, что я играю, я бы вам сказал, да все, и купрель, и гравель, и все, ноты есть, и все играют. Потому что мне вот так представлялось счастье. Вот такое счастье быть с музыкой. А вот теперь еще. Ведь если я что-то не мог сыграть, вот что-то не мог, но я должен был уловить эрзац того, что я не смог. Какой эрзац? Или упрощение, или обобщение. Девочки, вот понимаете, что такое упрощение или обобщение? Или не совсем? Кстати, мы договорились со всеми, что если хоть что-то непонятно, какое-то слово, термин, вы меня просто сразу спрашиваете. То есть, еще раз скажу. Я себе позволяю не обязательно играть ровно точно, как написано, но близко и похоже. Теперь вы можете сказать, значит, дорогой наш лектор, при всем к вам уважении, вы нас готовите к халтуре. Вот вы сейчас выступаете и призываете к халтуре. Ну, во-первых, я, конечно, не призываю. Когда у вас замечательный педагог такой, как Владимировна, обязательно надо уделять время, как и я строго. Серьезному освоению материала, серьезной, так сказать, это ежедневной работы. Но я хочу провести параллель. Помните, я говорил, я провожу параллель с разными видами искусства. И теперь я, разрешите, проведу параллель с театром. Скажите мне, пожалуйста, что делает режиссер или театральный коллектив, когда он хочет поставить какую-то пьесу, а там безумно много текста, которого просто выучить невозможно. Ну, я имею в виду героев, конечно, есть маленькие. Но если вы меня спросите, вот в последнее время очень много читал, пьесы Лоподобека, все трехактные, все огромные, и во всех, вот к тому, что если Кабальеро влюбленный, то без 4-5 романсов пьесы, то есть кроме всего текста, он еще 4, а у вас спросите, сколько? Текст романса, как правило, занимает не менее 1,5 страницы. Это только вот один романс. Ну, пьесы Горького, если вы потом почитаете, увидите, что там текста очень много. Как правило, все начинают текст сокращать. Но даже при этом бывает, что его достаточно много, и есть ну, какая-то горечь, потому что текст надо сокращать. Как выходить из положения? Но первое вам, конечно, скажут суфлёры, да? Суфлёры. Да, это была принятая форма, и она была совершенно разумной, принятая форма, не в 19 веке, еще в 20. Сейчас эта форма оказалась в какой-то момент не очень харизматичной для современного зрителя. Хотя в каких-то спектаклях, в каких-то театральных постановках какого-то определенного эстетического направления она могла быть просто шикарной. Тогда я его спрашиваю, ну а если не суфлер, тогда что? А если актеру нужно категорически ввести за один день вместо кого-то? Заболевают люди, мало ли что случается. Рассказывает Абдулов в какой-то момент, вот
сцена, и вот все, вот везде, везде тексты, прям на бумагу. Ну, главное не потерять, где, в каком порядке, какой порядок, мы подсказываем, смотри, сейчас сюда, сюда. Может быть, кто-то скажет, а как тогда выходить из положения? Как тогда? Я вам скажу. И я ответ получил совершенно серьезным моего одного родственника, актера. Он говорит, есть такая форма. Адаптированный текст для актера. Адаптированный текст для актера. Что говорит актер? Он, конечно, должен говорить абсолютно точно по смыслу, по стилистике и вкладывать, опять, естественно, так сказать, эмоциональную свою гамму, ну, будем говорить, свою драматургию, так сказать, в этом. Но совершенно не обязательно точно. Совершенно не обязательно точно. Это форма существа. Был один спектакль экспериментальный, когда актер, значит, режиссеру очень важно было, что на какого-то актера, как героя, то есть, вернее, на героя, можно посмотреть с разных ракурсов. Разные ракурсы вы знаете, да, девочки, да? Ну, грубо говоря, кто-то из вас говорит, это положительный герой, мне очень нравится, он сердечный, благородный. А кто-то говорит, нет, он даже чуть не подлец и все. Режиссер придумал так, что вот знаете как, в хоккей, вот играет один состав, через 2 минуты меняются хоккеисты, выходит другая пятерка, ну не пятерка, там, понимаете, а потом еще меняют, чем нет. И он таким образом сделал, что одни несли одну идею об этом герое, а другие несли другую идею, вы понимаете как? Ну правда это интересно, да? Совершенно. Значит, что получается? Текст автора, кто бы он ни был, какой бы он величайший гений ни был, он не может читаться однозначно. Не может читаться однозначно. В предыдущей своей лекции я даже дал один пример. Пример, по-моему, просто разительный. Юрий Олеша, великолепный и блестящий писатель, наверное, был в какой-то момент 20-30-х годов ведущий советский писатель. Ну, «Три толстяка», «Зависть», сейчас забыл на секундочку, ну, не важно еще. В 30-х годах он имел такой огромный успех, что театры боролись за право поставить его пьесу. То есть боролись настолько, что, так сказать, дело доходило, что нужно было в политбюро идти, вот дайте нам право перестал поставить театр Вахтанга или Малому театру. И вот его поразила невероятная идея одной пьесы. И он настолько увлекся, что он стал уже, не написав пьесу, он стал ее анонсировать. Я очень хочу, чтобы эта пьеса была поставлена, положена в эту пьесу. И уже был заранее день премьеры готов. Предположим, 1 мая был. Всегда и до сих пор праздник. Мая трудящийся. Но автор в свое время пьесу не закончил. Переносится на 7 ноября там, или какая-то еще. Он пишет, я прошу простить, но это творческий процесс, но я не могу его закончить, я делаю все, что угодно. Я отложил все другие, так сказать, дела, но вот, ну, не двигается у меня. Его понимают. На следующий год присоединяются еще другие театры тоже. И вот наступает следующий год, и раз, и два, и три, пьесы нет. Но уже потом, на следующий год, уже никто его не ждет и ничто ему не предлагает. А теперь я вам скажу, чем дело кончилось? Он 20 лет пытался написать эту пьесу и не написал. Он написал нечто, что могло бы, может быть, его удовлетворить, но так как не удовлетворило, он из этой пьесы потом модернизировал вторую. И уже у него в результате название этой пьесы «Нищий» или «Смерть Занта» — это два названия, которые, то есть как бы герои из одной переходят в другую. Вы спросите, так о чем вы говорите? Да, это трагедия писателя. Через 20 лет он оказался со своей женой просто на улице. То есть у него уже ни квартиры, ничего, все. Он просто сломался на этой пьесе.
Значит, у вас, наверное, будет впечатление, что я говорю о очень неудачной пьесе, о очень слабой пьесе. А вот теперь послушайте, поверьте мне, я заинтересовался, что же это за пьеса, которой был так увлечен, и он ее так и не написал. И я пошел в театр. Театр «Эрмитаж», режиссер там Левитин. Вот я немножко об этой пьесе прочитал. Вот я в зале, и начинается эта пьеса. Первая картина, мне сносит крышу. Вот просто сносит крышу от экспрессии, от удивительного, вообще феерического, просто по накалу. Выходит. Знаете, он актер, но он играет циничного просто работника сцены. Грубо, подчеркнуто житейски, со скрипом, с каким-то еще очень неприятным мерзким звуком, задвигает занавес и говорит: «Зачеркнуто!» Второй вариант. Думаю, как интересно. Зачеркнута сцена, значит, новая. Второй вариант не менее интересный, просто поразительный. И начинаешь думать, а что поменял, зачем поменял, что производит впечатление. В результате я могу сказать, что первой сцены он так и написал, той, которую он бы сказал, вот это моя первая сцена. Он написал 4 варианта, и ни на одном не остановился. И дальше все шло, отдельные картины его устраивали, сцены, а на большинстве много вариантов. Нет решающего, основного. Вот вдумаемся, что это значит. Это значит, что если вы погружаетесь во что-то, то не для того, чтобы найти единственный, можно сказать, только один лучший из лучших вариантов и таким образом следовать. А вы погружаетесь для того, чтобы многоводность, удивительную глубину и противоречивость даже многих драматургических моментов сочинения еще раз увидеть. А теперь я даже вам по этому поводу скажу криминально. Я учился у совершенно блестящей, удивительной пианистки Татьяны Петровны Николаевны. И вот она заметила то, что во мне было, наверное, лучше все при всех моих, так сказать, недостатках, так сказать. Она увидела, что со мной нет проблем. Если она предлагает по-другому варианту играть, совсем по-другому, я тут же играю, почему тут же играю, вхожу в этот вариант. Ну, то есть как актер, который тут же совершенно меняет. Она говорит, удивительно. И она провела со мной не эксперимент, а ситуация заставила это сделать. Во-первых, она мне призналась. Она мне призналась в том, что, вот если спросите, у меня с ней были какие-то особые отношения, да нет, совершенно. Просто она меня почувствовала, и она ко мне замечательно благосклонно относилась. Она мне призналась. Вот вы знаете, говорит, как я хочу сыграть вот из второго тома хорошо темперированного клавира Баха прелюдию фугу, вот прелюдию сыграть под Дебюсси. Вот я страдаю, как я хочу ее сыграть, из такой педали под Дебюсси. Но я боюсь, меня разорвут. Вот я считаю, что вот я играю классический Бах, а вот я считаю чуть ли не камертоном в исполнении Баха. Ой, как плохо быть вот в этом плане известной и уже иметь ролик. А что было со мной один раз? Я принес хроматическую фантазию фугу Баха, и первый раз почти восторженный отзыв дала Татьяна Петровна. Сколько фантазий, сколько придуманных, боже мой. Как вы меня сейчас заинтересовали? Вы на одной педали играли, да, целую гамму туда-сюда, а потом другую немножко, арпеджио немножко гамму, на второй педали как доминанта, тоника, тоника, доминанта, как в органе позвучит. Какая мысль, а там. Но у меня было столько идей и не было стройности. Может быть, Татьяна Петровна думала, что стройность она придет сама, но она не пришла. Мы позанимались, несколько уроков, а у Татьяны Петровны больше и не было. И надо уже играть на концерте. У Татьяны Петровны был принцип, что первый раз всегда надо играть очень свободно на концерте, а не для условно профессуры, как зачет. И вот я за день до концерта приношу в отвратительном виде эту хроматическую фантазию фугу. Более того, она совершенно у меня звучит неритмично.
И Татьяна Петровна мне говорит: вот что я вам хочу сказать? Ведь она могла просто сказать: нет, Борис, я вас снимаю с концерта, ну уж вы видите, это никак. Вот я как-то давала концерт в Германии, утром порепетировала, а потом прошла погулять по городу, посмотреть кирхи. В этот день я играла ранние сонаты Бетховена. Вот я любовалась кирхами, любовалась вот красивой осенью, там вот она город называет немецкий. И знаете, какая мне пришла в голову мысль? А ведь у классиков бывает так уже все красиво, так соразмерно, такая гармония, а может быть даже нам не надо ничего туда привносить. Может быть, вот как это и есть вот просто тот идеал. А вы можете сделать для меня завтра подарок? Вот вы знаете, Рихтер бывает играет сонату Шуберта, вот медленная часть сонаты Шуберта, он играет 20 минут. Он играет настолько отрешенно, что он даже вот выставляет как бы стену между собой и публикой. Один и тот же темп, один и тот же ровный звук. И вы знаете, люди теряют сознание, такое было просто, это же невозможно. Но вот а вы завтра можете сыграть как Рихтер? Вы знаете, что было так: Бах, Бог, Рихтер, а завтра Бах, Бог, Франкштейн. Ничего не интерпретируете. Вот понимаете, вообще ничего не интерпретируете. Да вы умница, да вы столько придумали, а вот завтра нет. Кто понимает, тот понимает. Вот уберите вообще все, ровно. Какое было для меня счастье. Я сыграл был один на другой одно из лучших выступлений, и когда ко мне мои друзья ринулись в артистическую, чтобы сказать: слушай, ты кого-то сейчас так напоминал, кого-то. О, Рихтер, точно ты напоминал Рихтер. Я уж не говорю о том, что бывает перед тем, как я выходил на сцену, при том, что даже когда очень серьезно, перед экзаменом, каким-то чертом, ко мне подходила сияющая Татьяна Петровна с невероятной улыбкой. А должен сказать, не все профессора могли так подойти перед исполнением. Некоторые подходили, у них у самих руки дрожали, и они нервно спрашивали: так ты выучил или кашпырять будешь, а мне стыдиться, понимаете? А нет, подходила Татьяна Петровна, и она говорит: ой, рада. Слушайте, ну уж столько над этим занимались. Ничего не занимались. Больше 3 уроков вообще ни одного сочинения не тратилось ничего. Уже столько учили. Уж честно, скажу по правде, надоело. Но! Вот мы сегодня должны сыграть абсолютно по-новому. Вот для меня. И эти слушайте, ну для кого там играть, она говорит. Для меня. Вот для меня. Приготовьте сюрприз. Вот чтобы я сидела, боже мой, как неожиданно. Ну как неожиданно? Как неожиданно? Чему я научился у Татьяны Петровны? Она в любой момент могла сделать микроскопический, агогический сдвиг. Сдвиг, то есть, вернее, на йоту, даже не на миллиметр меньше, позже что-то взять. Пусть это будет звук мелодии, пусть это подчеркнутая гармония, пусть это подчеркнуто, что это один раздел, а это микрораздел. Тут могло быть что? И вы знаете, вот в этот момент застываешь. Вот просто застываешь, как она показывает эту красоту. И при этом, удивительно, она не теряет. Не теряет вот этот ход. Не теряет этот метр. Я, честно, я всегда пытался подражать. Но я вспоминал, что когда я был совсем маленький, вот такой исполнитель, я тоже хитрил. Когда я видел, что что-то сложное, мне там нужно еще больше, я всегда делал вид, что здесь я что-то очень подчеркиваю. И в другой раз, когда это что-то, я всегда находил обоснование, а почему я вдруг чуть или заметил, или поменял, значит, ракурс. И вот теперь смотрите, я приведу конкретный пример. Что мне дало это музицирование? На прошлой лекции я много говорил о том, сколько я на этом заработал. Если вы в мою предыдущую лекцию послушаете, вы будете немало удивлены, как это ценилось. Вы будете удивлены немало моему статусу, вот только что молодому мужу в семье, где не знали другой объективной славы, как вот выступает, не выступает, с чем Союза композиторов, не член Союза композиторов, где висят ли афиши или нет. В один день мне просто звонит Арам Ильич Хачатурян и говорит, что он очень во мне нуждается. Вот, в моей поддержке, вот у него будет репетиция с солистом, а я должен поиграть за оркестр.
Вы представляете, в семье, Самара вылетит. Или звонит Градский, мне очень вас порекомендовали, мне нужно записать мой балет. Я говорю, хорошо, все, я оплачу, студию я закажу на это. Я даже не смотрю ноты, я даже забываю, где его ноты, на одной квартире или другой. Он говорит, вы не забыли? Нет, я говорю, я только забыл, где ноты. Но вы приезжаете с одной квартиры в другую, где-то ноты есть. Нашли ноты, приезжаем, и я моментально записываю его балет. Вы спросите, а для чего записывать балет? А потому что вам никто оркестр не наймет, чтобы он играл для балета материал. Нужен концертмейстер, а если нет еще клавира, то нужна запись. И вот смотрите, я пока вот так музицировал, я научился первым. У меня пальцы думают сами. Я мгновенно нахожу лучший вариант пальцевой, чисто по позиции. Потому что любой, даже очень хороший вариант, но где надо пальцы вот так вот перекладывать, он действительно, а его нужно обмозговать. Я каждый раз решал вопросы. Позиция одна, позиция другая, и рука перескакивает. Второе. Я научился выносливости. Вот вы скажете, а что такое выносливость и в каком плане я научился? Если вы занимаетесь каким-то важным трудом, и вы устаете, а вам кто-то говорит, слушай, девочка, пойми меня, это настолько важно, это так касается вот вопроса нашей семьи, вот все, что прошу тебя, ну через силу займись и дальше. Вы начинаете находить скрытые резервы. Вы не вкладываете во что-то лишние силы. И я этому научился. И когда я готовился к консерватории, сказал репетитор, а что, если мы проведем день испытаний. Да, я говорю, как? Постарайся накануне особо не гулять, пораньше лечь спать, хорошо выспаться, все хорошо, позавтракать, все. А потом ты садишься за инструмент и играешь 10 раз подряд картинки с выставки Моцартского. Они длятся 31 минуту. Я в жизни не играл и 2 раза подряд. Я даже вообще не пробовал после одного. Это какие эмоциональные затраты? Какие физические? Я говорю, это возможно? Если я тебе говорю, значит возможно. Я сыграл 1 раз и, конечно, устал. Но я себе сказал, точно я еще раз хочу попробовать, я сегодня попробую столько, сколько я сегодня смогу. Ну, может быть, второй раз дюжу? Я не был уверен, дюжу ли второй раз. Но я сыграл второй раз. Ну, третий я знал точно, что я не сдюжу, но решил все-таки начать. Третий, ну, посмотреть, до какого места дойду. Невероятно, но я сдюжил 3. И что-то во мне колыхнулось, что мне где-то стало играть легче. Я сыграл 10 раз подряд. И я понял, я очень много сил трачу там, где их можно не тратить. Где руки могут вот так повиснуть, где может быть мне напряжение совершенно другим путем. Я сам это легко понял. А вот теперь случай, когда я говорю, что классическое мышление иногда бывает очень примитивно прямолинейно. В начале 50-х, естественно, того прошлого века, один американский пианист объявил, что он должен сыграть выдающегося американского композитора Айвза, его сонату «Конкорд» Массачусетс. Она 4-часная, 47 минут музыки. Но она столь сложная, что он принимает решение, что на 3 года он вообще заканчивает себе гастроль, он будет учить только эту сонату, и это было опубликовано в журнале. Мне об этом рассказывали. Но он за 3 года так и с ней справился, так и не сыграл. То есть он, в общем, можно сказать, что где-то в творческой карьере у него был такой простор. Всю эту сонату я играл неоднократно, только с листа. И я вам скажу, что я играл с нужной экспрессией, я играл с нужным пониманием, я играл легко, я играл на уроках лекции по современной музыке. А вы спросите, почему? А потому что я знал первое. Идиотизм, если он ее учил наизусть, совершенно не нужен, это труд, абсолютно бесполезен. Во-первых, это также безумнее или более безумнее, чем запомнить вот тексты, скажем, Лопе де Вега. А во-вторых, к этой музыке нужно было относиться так, как она есть, как к обобщенному материалу, как к модели. Если относиться так,
то совершенно не важно. Ты точно будешь играть все необходимое, ты точно будешь давать совершенно нужный импульс эмоциональный, и тебе совершенно не нужно чистоплюйство, чтобы сыграешь именно как у Айза. И ничего ты лучше не будет, чем играешь у Айза. Вы понимаете, что дает вот такой аналитический взгляд? У каждого концертмейстера бывает какой-то момент, ну вот он переходит, предположим, на другую работу. А может быть, к нему вдруг приходит с консультацией, может быть. Как-то меня попросили срочно перейти в один класс, где там с концертмейстером вроде какие-то были проблемы. И мне звонит Журавлева, Версановская, ну, замечательная наша, уже ныне покойная певица, и говорит: «Борис Ильич, ну мы вас очень ждем. И сейчас, пожалуйста, вы вложитесь ручкой, бумагой, запишите. Я хочу вас попросить вот эти ноты достать». Я говорю: «Ну, хорошо». У нее примерно 12 учеников, и она, ну, у каждого примерно 5 сочинений программы, у кого-то 6. И я начинаю писать: такое сочинение, такая-то ария, такая-то все. Мне уже надоело писать, я говорю: «Послушайте, Версан, что, ни у кого нот нет? Потому что у меня было впечатление, что меня просят, вот, чтобы я ноты нашел для всех». Она говорит: «Как, ноты есть?» Я говорю: «Для концертмейстера есть ноты?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Так что же у меня принесут ноты?» И я сразу сыграю. А какие проблемы? Проблем не может быть, если ты читаешь листа. У тебя охват уже идет совершенно мгновенно. И если у тебя уже есть концертмейстерская природа, это чутье, ты всегда будешь вместе с солистом. Значит, я вас прошу, давайте сделаем такой вывод. Есть абсолют. Вот абсолют заключается в том, что надо играть точно тот текст, который написан. Конечно, это будет касаться классических произведений. Вам, хотя в классических сочинениях, там, скажем, барочных, там варианты возможны. Варианты с трелями, с украшениями и еще самые различные. Кстати, мне рассказывал один музыкант, что он достал книгу о украшениях. Но прочитал. Но когда я потом стал сравнивать, как играют мастера, да нет, ничего не соответствует. То есть абсолютно ничего не соответствует. А когда вот Татьяна Петровна Николаевна спрашивает: а как играть вот эту трель или это украшение? Знаете, что она говорила? Она, во-первых, начинала возмущать: что же меня заставляете туалетом заниматься? Это вкус надо иметь. Вот и весь ответ. Вот просто иметь вкус. И вот нужно представить, а где есть халтура, а где есть действительно право на музицирование, право на ля-прим, вот право на такое чтение с листа. И я, мне кажется, нашел неплохое сравнение. Как ни странно, шахматы. Но шахматы — это же тоже искусство. Вот смотрите, есть шахматы серьезные. Там на 40 ходов дается 2,5 часа каждому. Вот один должен 40 ходов сделать за 2,5 часа, и другой должен. Настоящий гроссмейстер скажет, что сплошь и рядом это все равно, времени хватит, чтобы все варианты подсчитать. Есть такие позиции. Но 2,5 часа на 40 ходов – это все-таки солидно. Был 15 лет, по-моему, был точно чемпионом мира, ему никто не мог. Ну, если даже в какой-то момент он проигрывал как-то, а потом снова выигрывал, Михаил Моисеевич Потвинник. Он играл только всерьез. Ему нужно было всесторонне изучить все варианты и найти самый лучший ход. Бывало, он спасал позицию, которая, казалось, безнадежной была, вот одна партия с Фишером на Олимпиаде. Он потратил всю ночь с консультантами, но потом 6 месяцев там пытались опровергнуть, все еще пытались опровергнуть, нигде. Вот он создал вот такое, понимаете, такое изумительно гармоничное вот это сооружение. А потом стали шахматы быть не только серьезные, но как бы с укороченным, еще с укороченным, а потом вообще будет. А вообще потом рапид. То есть вот это надо играть минуты. Ботвинник эти шахматы вообще никогда играть не мог. Но появились особенно молодые шахматисты, которые феноменально интуитивно играли в эти быстрые шахматы. И количество вариантов там было запредельное. И реакция там должна была быть запредельной. Так вот скажите, а разве быстрый шахмат это тоже не, это уже не искусство? Разве это не искусство мгновенно давать, бывает иногда даже шедевры шахматные, пусть там не все потом ходы оказываются безукоризненными,
Конечно, это тоже искусство. Так вот, умение читать с листа – это ваш такой багаж, который вас никогда не подведет. Вот вы собираетесь играть в оркестре, но ведь в оркестре, кроме того, что там есть хрестоматия, вот самых необходимых отрывков, трудностей, там же всегда еще есть и энергетика дирижера. Знаете, как говорят, чем отличаются наши музыканты оркестра от музыкантов великолепных, отшлифованных западных? Никогда оркестр западный не играет лучше на сцене концерта. Никогда. Но сплошь и рядом играет не хуже. Потому что они, вот, они точно играют по уже, ну, условно даже, так сказать, вымоченному стереотипу. А знаете, что говорят наши музыканты? Когда еще на репетиции утром дирижер недовольный, говорит, ну это же невозможно, это же против что. Знаете, что говорят наши музыканты? Вечером будет. А почему? Потому что они знают, что стоит им мобилизоваться, стоит почувствовать, вот сам, понимаете, вот, и все. И они тут же сделают совершенно невероятно. Еще вы можете себе представить, советская, ну, вообще советская, российская школа, инструменталист учится, ему говорят, ты знаешь что, возьми такой концерт, но выучи до репризы. О, окей. И он учит до репризы, музыку дальше он даже не слушает, не знает, а уж вторую там или третью часть концерта, а зачем? Ему сказали играть до репризы. У нас это просто совершенно не позволено. Даже если учится одна часть или там вторая или третья, конечно, нужно иметь представление о концерте в целом. Представьте себе, что давал интервью наш скрипач, который вначале жил в Санкт-Петербурге, а потом уехал на Запад, говорит, вот это меня удивляет. А там зубрят отрывки. Ну хорошо, а тебе не хочется когда-то быть солистом, который из города вести сам свою сольную партию? Но ты же не можешь опираться только на то, что у тебя техническая оснащенность, и ты выучил, вот сколько у тебя есть трудных мест вот, в твоей партии, а ты солист, ты их выучил. Конечно, нет. Ты хочешь быть ведущим голосом во всем. И эмоционально, ну, и покоряюще артистически. И тогда я задаю вопрос. Сколько имеют концертов наши учащиеся? Ну, я не спрашиваю у Елены Владимировны, потому что Елена Владимировна максимально в этом плане, так сказать, работает. Но в целом, в среднем, бывает так, что в одно полугодие мы учим там, столько-то, 5-6 сочинений, там еще что, а во втором еще 5-6 и выступаем перед нашим, соответственно, педагогическим коллективом. А тот, кстати, а вот в Великобритании, там высшая школа искусств, там учился мой все время даже ученик, выдающийся, я считаю, пианист, музыкант Андрей Коробейник, он говорит, там хорошо, что там всегда предоставляет возможность где-то выступать. А вот теперь представьте тому, кто, как я вообразил, даю по 2-3 концерта каждый день. У кого больше происходит творческой эманации? Потому что творческая эманация, она обязательно должна быть на сцене для слушателей. Я думаю, что мы на этом закончим. Единственное, что я, наверное, должен спросить, есть ли вопрос, но эманация, девочки, это то, что не нуждается в слове, что передается без слова. Понимаете? Вот вы видите мои глаза, да, вот эмоции. Я что-то передаю, да? Я вижу ваши глазки, они тоже что-то передают, да? Вы можете ни слова не говорить, а я чувствую, как вы меня слушаете. Также я вижу глаза и ваших мам, бабушек, я тоже получаю эту эмоцию. Есть ли вопросы? Потому что я думаю, что мы тогда перейдем, чтобы девочки не морились, не уставали. Нет, я, конечно, не взрослый. Значит, технически важно понимать, что есть разница разбор, а есть разница чтение с листом. Если вы учите что-то постепенно, это прекрасно и важно, но это не чтение с листа. Чтение с листа должно быть так, знаете, как вот рекомендуют,
ходить, чтобы улучшать деятельность сердца. Но обязательно говорят, ну там 20 минут должно быть в том темпе, что вам даже трудно, все, но вот только тогда будет большая польза. Читать Христа нужно в том темпе, в каком вы представляете, действительно это сочинение должно звучать. И тренировать глаза на вот это скольжение по своей строчке. Если вы это делаете, если вы успеваете музицировать, и если вам приходит в голову что-то в плане заманчивости, как сыграть такую фразу, как сделать такую интонацию, вы уже достигаете того результата, о котором я говорю. То есть постепенно вы завоевываете свое сценическое, артистическое пространство. Уже вокруг вас будет ощущение, что вы творите, а не просто разбираете. Ну а когда мне кто-то скажет, что а вот я живу, у меня сосед профессор консерватории, и если я буду так играть, он будет возмущаться. Я говорю, надо ему объяснить, в чем дело. Вот только все. Если нет вопросов, если есть, я с удовольствием отвечу. Нет. Мы, конечно, тогда с радостью перейдем. Да, конечно. Борис Семенович, а вот у меня такая головная идея пришла. А может ли помочь вот в большей свободе, ну, так сказать, повысить чувство свободы вот, в чтении с листа? Такая вот настройка, чтобы представить, что в зале, допустим, не все пианисты сидят, да, ну, если человек не фортепиано читает, а просто люди пришли послушать уже готовую музыку. Ну, это не то, что любители. То есть это совершенно может быть снимок немножко какой-то зажатый, что нужно везде попасть, и все сделать. Это совершенно тот точный алгоритм, который вы жаждете, я его еще не знаю. Это часто. Давайте так я скажу. Надо играть так, что каждый, кто конкретно вот то сочинение, которое ты играешь, не знает, вот он не знает вот этих, он бы не вздрогнул от того, что что-то не то. И все было подходяще по стилю, все было бы убедительно эмоционально. Но понятно, что если мы сочинение знаем, у нас что будет? Бой, а я знаю, что там немножко другое, правильно? Или даже так. Но если вы играете так, что тот, кто эту музыку не знает, ой, очень убедительно, очень хорошо. Вот вы делаете идеально то, что требуется. Вот такое именно. А кто знает? Кто знает, сколько. Более того, я вам скажу, когда я говорю обобщенно, вот вы знаете, частенько романсы заканчиваются эмоциональным взлетом арпеджио по какой-то уже по какой-то гармонии, ну, часто по тонической гармонии. Сколько мне приходилось слышать, ой, вот как-то не очень у меня это укладывалось. Я говорю, а если ты видишь, что тут есть соль минор, тебе что, так обязательно играть вот так в том же вот, как ты написал композитор? Да пусть у тебя руки залетают по этой, больше ничего, как это им удобно, они взлетят по своим минорам. Если это фа-мажор, пусть они взлетят по фа-мажору. Естественно, другие гармонии там, они должны быть точно сыграны. Я никогда не учил последние, если говорю, а, соль минор, все у меня. С Леночкой делали запись несколько раз, и я даже не парился. И никто мне не сказал, что я там что-то другое играю. Так что я играю то, что есть в композитор. Но он написал, предположим, ему так удобнее. А может быть, он написал, потому что он начал. Но я же по этой же гармонии сыграл, эмоционально залетел, а еще сыграл лихом, потому что, знаешь, вот так мне удобно. Ну и все. Спасибо, и мы, конечно, если... Но не спасибо, но не до свидания. Борис Иванович, вот я принесла ничего. Да. Может быть, сейчас буквально 5 минут перерыв сделаем, чтобы дети выбрали, что они хотят играть. Совершенно согласен. Вот, да, чтобы было понятно. Значит, девочки, вот я вам даю кучу нот, вот идите сюда. Да, да, да. Конечно. Вы выбираете, да. Значит, вы выбираете, каждый себе выберет кучу нот. Да. Вот, да, значит, сестренки, Юля.